Сегодня в Абакане жаркие события, кросс-наций забег, различные мероприятия, парки туризм. Я нахожусь на СК Абакан. Здесь прилич народа. Конечно, сейчас все основные люди находятся в парке. Мы сейчас туда пойдем и посмотрим, как там проходит обстоятельство. Обстановка. Сейчас я скажу, что идет запись на заднем плане как раз на забег кросс-наций. Много в этом году желающих. Хоть, конечно, погода у нас нынче и не задалась, но люди молодцы. Какайся за спорт, все вперед. Так, молодые люди, что у нас здесь сейчас происходит? Рассказываем на YouTube-канал. Кто знает, что здесь происходит? Мужчина, можно вас спросить, что здесь происходит? О боже! Это будет в ролике. Сейчас нужно парировать и отвечать. У нас здесь происходит полоса препятствий. Выступает сейчас 29-я школа. Ну, они уже ушли у нас, да? Да, они вам только что по бабочке пропустили. Какие там проходы, что там они делают? Бабочка, потом по пенькам прыгают. Ага, еще что там идет? Переправа каната. Как вам погода? Очень хорошая. Очень хорошая. Да. Погода на самом деле туристическая. Пойдемте посмотрим, как они там стараются. Просто 29-я школа удачно на канате перепрыгнула и пошли на следующую точку. Итак, ученики 29-й школы в темпе проходят. Быстрее. Добрый день. Быстрее. Хорошо. Приготовим для Ани. Данил, готовим руки. Все, посадили уже. Следующий, быстрее. Девочки, мальчики, ждем. Быстрее, ну бегом. Все, посадили. Понесли, быстрее, бегом. Все, убегайте, быстрее, убегайте на финиш. Илья, жестче! Илья, греби! Греби, Илья! Рано остановились! Греби, Илья! Гребите! Куда? Хорошо, надо говорить по-русски. Руками помогай. Помогаю! Давай. Иду, здрасте. Да-да, я выйду. Лучше почаще. Так, быстрее, вы мешаете. Что, понимаешь, обеспечен, да? Опа, шпагат сразу. Отдыхивайте, сейчас бежим к следующей точке, вот она рядышком, прям сразу за первым, вот за этим деревом следующим. Сильно широко не надо. Да я понимаю, но хочется. Тут как получится, да? Не-не-не, тут может быть да хуже получится. В YouTube-канале. Повыше берись. Давай, полетел. Не так уж и просто канатная переправа. Все, там крокодилы, да, снизу съедают. Маятниковая переправа. Там лава, да, блин. Да лечу, я, говорит, лечу. Не ругайтесь. Готовьтесь бежать. Да мы уже давно готовы. Тут дальше земли вообще никто не упадет. Илья, не торопись. Ну, я сам так, а потом мы вот сюда, да? По грязи не бегайте. Туда что делать? Ну, туда переправить. Ой, тут корпус вперед, девочки, чтобы не... Вперед, не занесло. А что так высоко? Вы что, еще... Все, я могу лезть? Подожди. Все, можно. Как туда залезть? Помогай. Ну, у вас же команда, помогайте. Помогать-то можно. Ногу сюда переставляй. Нормально. Передоси.
Так, все, готовьтесь сразу сюда, отходите, чтобы не мешать друг другу. Все? Супер! Классно, да? Эмоции? Так, все, готовьте сюда. На низкий старт. Там будет арзанка. Хорошо. Можно тоже меня перекинуть? Классно, адреналин прет. Давай еще попрыгаем. Мы можем, мы можем. 29-я лучшая. 29-я супер сегодня. Спрыгивай быстрее. Сюда, сюда, назад прыгай. Здесь кочки, аккуратнее. Все? Нет, есть крокодилы, за ноги откусим сразу. Давай, давай, давай. Их много, ты один. Нас много. Надо на каждую обязательно наступать? Нет. Нет, да, ну сюда. Ты сегодня приготовить можно положить? Ноги задирайте выше. Хорошо, вот так вот. Выше, хватай канат туда. Выше. Давай. Отлично, молодец. Хорошо. Заступила. Вот. Чуть назад. Выше, выше, выше. У меня попа большая. Нормально, есть, прошла. Я сейчас я одна. Пятками не касайся. За вот эту линию надо перепрыгнуть. Вот. Осторожно. Не торопимся. Скользко. Давай. Вот так. Хорошо. Нет, здесь помогать нельзя. Да, здесь надо сам. Ура. Все, чуть сюда, все хорошо. Не торопимся. Не торопись, не торопись. Как это не торопимся? Вот так, молодец. О, молодец, заново. Хорошо. Все, она прыгнула за лету. Я за... Молодец. Что там, носилки остались? Нет, канатка. Илья, помогай здесь забираться девушкам. Илья, помогай, не забывай всем. Ты последний. Все, следующий. Главное, ноги, да, вместе, что ли. Куда вперед? Вон, прыгай. Вперед, прыгай, вперед. Все, спрыгивай хоть куда. Нет, носилки, носилки. Ребят, носилки бежим по траве. Да, носилки да. Положите. Можно? Пока нельзя, пока нельзя. Все? Да, 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 все правильно. Скользю. Скользю. Лечу. Все, прыгай сюда. Вот так. Скользи, скользили. Скользю, говори. Илья пошел. Прыгай, скорее, скорее. Я боюсь. Кого там бояться-то? Подожди, подожди, пока не трогай, подожди, не надо. Так, кто? Ложится. Я мальчишка. Я несу. Здесь ложится, мальчики несут, мы бежим. Вот сюда сразу, несите, вот сюда. Почему? Да говорить надо, не кричать. Давайте немногочисленные участники церемонии награждения поздравим наших... нашу дружную семью казакашев и вручаем им главный приз — туристическая палатка. Еще раз вам по спортивному туристическому многоборью. Полоса препятствий, группа номер 2. Третье место заняла команда училища техникум Олимпийского резерва. Она идет на сцену, поднимается. Мы давайте поприветствуем. Команда средняя общеобразовательная школа номер 12. Во второй группе стала команда 29-й средней общеобразовательной школы. Мы поздравляем школу номер 29 с победой. Вручаем грамоту и наш главный приз — это палатка многоместная. Успехов вам и удачи! Они у нас очень активная семья. Мы смотрим, они еще успели принять участие в кроссе нации. Вручаем им памятный приз и грамоту. И надеемся, место заняла команда средней общеобразовательной школы номер 29.
Мы поздравляем школу номер 29 с замечательным результатом. Подарки вот так вот.